Госавтоинспектор ИСАК может оказаться за решеткой за злоупотребление служебными полномочиями. Мужчина не направил административный материал в суд, освободив нарушителя от ответственности из корыстных побуждений, говорится в сообщении следственного отдела по городу. Провинившийся водитель отказался от медицинского освидетельствования на состояние алкогольного опьянения. Возбуждено уголовное дело, проводится проверка. Инспектор отстранен от работы. В случае, если вина будет доказана, сотрудник ГИБДД не только лишится занимаемой должности, но и может получить 4-летний тюремный срок. При установлении вины сотрудника полиции он будет уволен из органов внутренних дел по негативным основаниям и понесет наказание в соответствии с действующим законодательством. А его непосредственные руководители будут привлечены к дисциплинарной ответственности за упущение в профилактической и воспитательной работе с личным составом.